Всем-всем привет! Сегодня у меня миссия на миллион. Ух. Мне нужно будет выйти с ребенком одной, взять все его вещи, коляску и поехать на машине за рулем первый раз. Я готова. О, программа максимум выполнена. Вокруг все с колясками гуляют. А мы вот. Сейчас тоже будем гулять с коляской. Не знаю, говорят, что детям с нуля можно в таких люльках. А в Европе даже выписывают в автокреслах. Но он как будто бы полусидит. А нам сказали, что полусидеть с 3 месяцев. Вечный вопрос и вечная, как сказать, душа не на месте, короче. Всегда думаешь, это нормально, это ненормально, это нормально, это ненормально. В итоге все нормально, мне кажется. Надо просто не париться. Мы зашли в Салту. Мне тоже. Ну-ка, посмотри на меня. Мне купили в Салте сегодня костюм красивый, поэтому мы отмечаем, да? Да. А кто-то скоро в отпуск поедет. Куда вы в отпуск поедете? Турция. В этот раз выбрали Сиде, Вояж. В общем, мне кажется, будет отлично с друзьями, с подругами. Ой, а ведь скажут, Аида, ты уже второго ждешь? Аида, вы уже второго ожидаете? Сегодня мы прямо лягушки-путешественницы. В Салте были, в Вайнруме были, пешком пришли до Кафедели. Здесь мороженое будем есть. Они пока в Интерфуд зашли, я стою. Потом еще обратно пешком за машиной идти. А еще сегодня идем к бабушке. Вот здесь, кстати, вкусный магазин шоколада. Нам часто дарят. Он очень вкусный и качественный. Хочу как-нибудь зайти посмотреть. Сама ни разу там не была. Но, кстати, сегодня отмечали, хотел сказать. Обсуждали опять то, о чем я раньше говорила. Оказывается, когда я была маленькая, ну, в школе училась, я всегда говорила, что я мечтаю выйти замуж, и чтобы у меня была такая жизнь, что я с подружкой нахожу в спа, в рестораны днем, гуляю. И сегодня мама на меня смотрит и говорит: ну, твоя мечта сбылась, и о чем ты теперь мечтаешь? И мы заново начали мечтать на будущее, новый этап наших мечтаний. Себя? Что взяли? Мы взяли кашку и кашку. И все? Мы взяли палочки. Ну, толстые. Ну, они толстые. Ну, палочками сделаны. Как ты любишь? Даже на мужчину? Один, да, последний. Кашку там делай, потом все. Мы гуляем в парке, и вот такая вот красота нас окружает. Кто-то там не любит, когда коляска останавливается. Наконец-то теплота, красота. Мне нужно надевать на себя 100 одежек. Выгляжу по-спортивному, но мне новые кроссовки. Кстати, вчера была коктейль-вечеринка в Серджио Росси магазине, и я благополучно про это забыла.
Уверена, там было очень интересно. Было много фэшн-блогеров казахстанских. Они много постили в Инстаграм, снимали. А мне было обидно, что я забыла про этот день. Ну ладно, в следующий раз постараюсь не забыть. И у меня такой нефтемский платок сейчас. И у меня такой красивый платок, который совсем не подходит под мой лук. Потому что одна сиська протекла. Молоко, когда приходит, теперь я это знаю. Но может выбежать, упал сумка. Плохо креплю я ее, потому что мне лень на крючки вешать. Ну, скоро придется вешать на крючки. Знаешь? Чё, пахнет? Чё, Таня вас поставила, да? Да. Дружбаны. Дружбаны. Вот вы и будете дружить, потому что самый подходящий по возрасту. Тяжелая? А, спасибо. Кто Бэтмен? Я Бэтмен. Ты Бэтмен? Ты супергерой? Да. Разговаривает вовсю. Ты летать умеешь? Мы сегодня были в гостях у Нуры. Теперь мы... А, потом мы пошли с Кариной, искандеровской женой по Теренкуру гулять. А сейчас мы пришли в Леус кушать. Мой спит, ее вот играется. Мы едим, пьем чай масала. Пришла Карла, дала деньги за то, что посмотрела на ребенка. Я свой телефон оставил. Я на всех наши. Сидим, обсуждаем роды. А вот там уже сидят парни. Отдельно от нас. Шушукаются. О нас, наверное, говорят. О ком еще им говорить? О чем? Гуляем с маленьким. Гуляем с маленьким. В парке. Очки. Солнцезащитный. Эрик потрогал белку. Она капец не боится. Прям близко подходит. Сегодня мы пришли в парк вместе с Эриком гулять. С Ерсултаном. Он у нас на солнышке лежит. Избавляемся от нашего повышенного билирубина. Здесь такой классный парк. Сейчас Эрик пошел на тренировку. Я полулежу на скамейке. Релакс. Декретный релакс. Хотя недавно я думала о том, что проще ходить на работу, чем быть в декрете. Потому что в декрете очень много... Чего надо делать? Кстати, заметили вы или нет, я сделала ламинирование бровей. Еще я подстриглась и покрасилась наконец-то. Всю беременность это хотела сделать. Но я сейчас хотела мне это сказать. Мы здесь пока гуляли. Я несколько раз видела девушку, которая с двойней. У нее коляска для двух мест. Она здесь бегает. И прям так по харду бегает. И у нее такая клевая фигура. И я Эрику говорю, что я тоже хочу с коляской бегать. Он говорит, что она, наверное, спортсменка. И это, типа, как-то странно выглядит. Она говорит, что она фитнес-инструктор. И чтобы я ей написала в Инстаграме. Ее зовут Уварова. Там у нее никнейм Уварова Фит. Я зашла. Есть же такие страницы, которые помогают людям прийти в форму. Там фотки до и после. И она говорит, что она только за, если кто-то будет подключаться вместе с ней.